Виноград Велес. Безсемянная гибридная форма очень раннего срока созревания народной селекции. Автор Загорулько Виталий Владимирович из Украины. Родительская пара София Нарузбол. Грозди крупные и очень крупные, рыхлые, массой 700-1500 грамм. Ягоды крупные, массой 5-6 грамм, розовые, приятного мускатного вкуса. Устойчивость к болезням и морозу средняя. Вот что говорит об этой безсемянной форме Велес, виноградар-любитель Якушенко Василий Евдокимович из села Мачухи, Украина. Можете тоді показати оці грозді. Я скажу, що просто виборочно можна знімати вже урожай. Хорошо, давай. Перед вами сорт кишмишний Велес. Велес – це бог плодородія в древніх слов'ян. О. Із кишмишних сортів, на мій взгляд, йому зараз равних нет. Конечно, недостаток у него есть. Четвертый класс бессемянности в жаркую погоду может быть мягкосемянные ягоды, но это небольшой недостаток. Если последнее время практически лет 30 король кишмишных сортов был кишмиш лучистый. Он у меня есть, я не скажу ничего очень уж плохого о нем, но на мой взгляд, в настоящее время король кишмишных сортов – это Велес. Вот. Сорт, хороший вкус с мускатным ароматом, очень крупная товарная гроздь, красивого цвета, красного. Вот. Крупная ягода, как для безсемянного сорта. О, от ви видите, куст молодой, ще йому 3 года. От, не везде виборочно можна знімати. От, другі грозді ще не набрали цвіта, хоча вкус уже хороший. Сахар набрав прекрасно, но это ж ще середина августа місяця. К недостаткам относили и еще то, что он очень неустойчив к болезням, вот, как и все сорта народной селекции. Я бы не сказал это насчет сорта Велес. Вы посмотрите вот вверх, насколько чистые листья. А этот год непростой, вот, и поражение мильдью других сортов очень большое. Вот, даже сорта селекции институтов, которые расхваливают свои сорта тем, что они очень устойчивые, это не совсем так. Вот здесь у меня рядом сорт блестящий, вот, создан на основе Виктории. Казалось бы, должен быть сорт устойчивый, но устойчивость его намного ниже, чем от сорта Велес. Поэтому я с этим не согласен. Устойчивость его, ну, средняя, вот, не ниже. Обрабатывать нужно, вот. Поэтому на сегодняшний день, на мой взгляд, о, это самый перспективный, самый лучший кишмишный сорт. И нигде я не встречал отзывов по этому сорту, каких-то там плохих. Вот, все восхищаются этим сортом, и есть чем восхищаться. Ну, какая крупная гроздь. Это возле самой земли, да? Да, это я хотел рукав дополнительный вырастить, вот он. О, она не мог, гроздь зацепилась. Ну, как, так как сила роста побега была мощная, я гроздь оставил. Правда, нужно ее было немножко приаккуратить, убрать низ, удалить вот такие мелкие порченные ягоды. Вот она созреет через недельку и будет такая же, как и вот и другие грозди. Прекрасный сорт.